Всем привет! Еще не устали отдыхать? В эфире афиша на Самара Гидс. Прямо сейчас разберемся, что же стоит непременно посетить в Самаре, чтобы скрасить свой досуг. Ну а как без театра? Идем в Самарскую площадь. 4 мая на сцене спектакль «Чужая жена и муж под кроватью». Другой Достоевский, который писал не только серьезные романы типа «Преступления и наказания» или «Братьев Карамазовых», этот спектакль – маленькая шутка гения. Концертная программа «Великий Чайковский» в Театре оперы и балета состоится 5 мая. В начале мая отмечается 181 год со дня рождения Петра Ильича. В честь этого события намечен большой концерт из двух отделений. Весь вечер на сцене будет звучать музыка великого композитора. Такое случается раз в несколько лет. Этот год стал удачен на открытые двери. 5 мая филармония выключает свет и приглашает самарцев на экскурсию «При свечах». Гости бродят по темному закулисью концертного зала, выходят на сцену, где стоит огромный орган, и посещают музей филармонии. Дотянуться до звезд в эти праздничные выходные возможно все. Астрономическую экскурсию для самарцев подготовили 6 мая. Отличная возможность открыть небесные тайны, узнать названия созвездий и научиться находить их на ночном небосклоне. Во время экскурсии у всех будет возможность увидеть телескоп планеты Солнечной системы и Луну. Место проведения – парковка возле спортбазы «Чайка». Открытые фонды на острие клинка. Новая выставка в музее Алабина. Мечи, сабли, кинжалы от 15 до 19 века. Среди экспонатов редкие типы оружия. Например, меч правосудия, которым пользовались палачи в Западной Европе. Посетить выставку можно до 9 июня. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи.